друзья, всем привет. Малик Терлоев, коричневый пояс по бразильскому джиу-джитсу от Дауда Дадаева, команда Чекмат. Сегодня я вам покажу треугольник сайт-контроля, но не как все привыкли сверху снизу. Очень рабочая тема, не все ее ждут. А ваша задача отсюда чуть-чуть поддавить его и повернуться на бок, чтобы этой рукой перекрыть его спину и забрать свое колено. Важно сделать это с внутренней стороны. Теперь следим за тем, чтобы рука оставалась за вашей затылком. Толкаем запястье. Если он плотно стоит на руке, можно сделать такое движение ногой. Он либо ослабит эту руку, либо выставит ее вперед. И отсюда мы, контролируя ее, заходим под локтевой сгиб. Поворачиваемся обратно, фронтально на спину. Закидываем ногу на затылок. И, выпрямляя эту руку, соскальзываем, закрываем треугольник. Завершающее действие, подтягиваем локоть и доделываем обычный треугольник ногами. Так, чуть-чуть отдавили его здесь, повернулись на бок, приподнялись, забрали с внутренней стороны свое колено, палец большой смотрит вниз, небольшое маховое движение, отталкиваем руку, цепляем локтевой сгиб, следим за тем, чтобы рука оставалась у вас за затылком, поворачиваемся на спину, чуть-чуть растягиваем, закидываем ногу на шею, выпрямляем руку, накидываем треугольник, подтягиваем руку, доделываем ногами движение треугольника.